7 минут до рассвета подпевать даже птицы устали. Но гитары, струна, все звенит и звенит в тишине. Эта песня родилась 2 года назад на Грушинском. Ее автор Людмила Смирнова на фестиваль приезжает уже больше 20 лет. В своем лагере объединяет людей со всей страны. Говорит, благодаря Грушинскому обрела десятки новых друзей. Кто-то, вот, допустим, из одного города в другой едет мимо Самары, останавливается, общаемся, песни поем, в общем, все хорошо. Вот мы уже договорились в августе поехать вместе отдыхать на природу. Уже с утра, в первый день Грушинского, на фестивальной поляне более 4000 человек. Ставят палатки, готовят еду на костре и, конечно, поют под гитару. Много и тех, кто собирается участвовать в конкурсе авторской песни. На прослушивание выстраивается очередь. Фестиваль вырос в первую очередь духовно. Это семейный праздник. Сюда приезжают люди и за 80, и кому нет года. И они все здесь на поляне живут с семьями, общаются, встречаются, обнимаются, приезжают из разных городов, заранее пишут друг другу письма, встречаются в этом, ну, таком, наверное, необычном уголке России, наша Самара, на Волге. 300 часов концертов, 3 основные сцены, спортивная и детская площадки. Программа фестиваля в этом году насыщенная. Свои участия в Грушинском подтвердили и многие именитые исполнители и артисты. Чтобы гостям было проще добраться до фестивальной поляны, ходят дополнительные электрички. Эстафету любители авторской песни принимают у участников молодежного форума «Иволга». Много того, что делали на поляне сегодня, для молодежного форума оставляем как в качестве инфраструктуры для Грушинского фестиваля. Я думаю, что это качество бытовых условий, качество размещения служб, оно только улучшает. В прошлом году на Грушинском фестивале побывали свыше 30 тысяч гостей со всей России и из-за рубежа. На этот раз ожидают еще больше. Предположительно, на фестивальной поляне соберутся около 40 тысяч человек. Традиционно Грушинский фестиваль проводится в первые выходные июля, но в следующем году из-за проведения чемпионата мира по футболу его перенесут. 45-й юбилейный фестиваль авторской песни пройдет с 9 по 12 августа. Алина Чемерис, Станислав Левин, «События».